сделать все красиво. Плюс 6-2. Ну не, он что, попал. Вот. Я еще КД сейчас, правда. И что-то лагает, лютый. Хорош! Хорош, Вован. Захотел тоже косарек, да, когда? Хэвик, и что-то еще вот едет. Опа, едут, да. Свожусь. 7-й вижу. Буду на него сводить. Давай его бахнем. До свидания! Пацаны захотели по косарю заработать, называется. Вот она мотивация. В чем сила, брат? Соточку, покажите соточку. Некому ее. Вы прям поехали, начинаете агрессировать? Ну не, соточка, если засветится. Да. Просто если соточка засветится, чтобы увидеть. Все, а ее никто не светит. Вован, однако, светится. Нет. Вон Е5. Епись светился, значит. Ага, Е5. Не вижу пока. Тоже вдалеке. По указке, ну это же вообще будет уже слишком палевно, наверное, если мы будем попадать. Тихо, только не скинуть тебя. Ой, нет, ну его нафиг, я лучше отъеду. Да. Скорее всего, ЛТшки сейчас подсветит, и можно будет здесь остаться, а один ствол терять. Вон, Е5, кстати, видно. Подъезжает, по-моему. Попробуй стрельнуть. Да. Короче, никто тут не светится, а этот стерва блендит. Она думает, что вы здесь стоите. Попал? В каточек. Да, попал. В каточек. Стоп. Каточек 660. Нормально идем, пацаны. Еще и семка подъехала. Нормально идем. Но начало было очень бодрое. Вообще начало было бодрое. Планы уже выполнены в самом начале. Ну, у меня 3К. Так, я попробую сейчас город зацелить. Вдруг там сейчас будут засвечиваться. Да, я тоже откачусь кидать. На всякий случай, потому что сейчас у нас света нет. Дожди не стреляют. Вон, прям там что-то свалилось. Ага, ну шотный там. Проехал. Я его убью сейчас там, наверное. Или нет. Ну, куда я смотрю, кстати, возле дерева слева, то есть не дерево, а возле с левой стороны церквухи что-то падало. Может быть, там кто-то и стоит. Может, проблендить? Или сейчас засветит? Ну, нет, что-то очень дорого. Может быть, засветит. Я туда как раз и целю. Может он быть, Маус подъезжает. Ну-ка, есть кто? Нет там? Там на центре у нас Шеридан шот. Шеридан там же и стоит. Ну, вон семерка выиграет. Е5 там где-то стоит. Так, Е5 тоже там стоит. Никто не заехал в город, получается. Наши сейчас будут давить. Не попал. Там же за мельницей стоит. Сейчас блайн там и кину. Я, к сожалению, не видел, где он там стоит. Не попал в землю, залетело. Сёма фуловая. За ягодный спец. Опа, 62. Посмотрите, стерва блайндер. А где она, откуда примерно шмаляла, не знаешь ты? Там, где 261 стоит. Ага, блин. Вот, Е5. Пятый. Прокатился. Вот в этом, жди. Я засветился, да, я тоже засветился. А я нет. Ах ты. Хорош. Вот теперь засветился. Да, там кто-то... Лишь бы артовод сейчас не пристал. Да так, все, надо пушить, первого. Надо теперь ехать, ребята, пофиг на ХП. Да, планы да. Горят. План любой ценой. Может быть, тут Сёма. Семерку надо. Давай гаси арту. Арту, кто гасит? Я. Хорош. Сема теперь. Сема, иди сюда. Сейчас она тут наложит штаны. Тут трупаков куча, ребят. Ты пофиг, у нас фугасы. Ломайте. Да. Сейчас все будет, схемочка. Так, только раздвиньте булки, чтоб я тоже между вами как-нибудь заехал. Ну шмаляй, хорош! Бедолага. Не столкните меня сейчас, зацелю здесь сотка, если выйдет. Нет, за домами. 6-2 может выйти. 62 выходит, однако. Еще в КД. Я сейчас как раз заряжусь. Давай. Ага. Хорош, ты давай, туда же, кидай. Три секунды, он, наверное, уедет, у него ремка выкачена. Кидай туда же. Залетело! 620 залетело. Да ладно. А вон еще стервочка стоит хловенькая. Ой, блин, не попал по стерве. Стервочку только если сплэшиком закрыть. Так, 6-2, смотри дальше. Сплэшем дал на 400. Давай, ну что, у меня 4, у Вована там дохренище, и Саня тоже пострелял. Не, у меня мало, 1700 тоже. Ну, хватит, мало, хватает, я вообще, наверное, не выполняю планы ваши. Двойку надо. Не, ну было весело. Ну сейчас посмотрим, 600 еще залетело. Сейчас посмотрим. Вот 6-2.
Да, выполнили, выполнили. 4-4 у меня, и у Андрюхи 4. Четыре, ну, да, 8-400 плюс 2-300. Вы мне объясните, 10, какого черта вы больше накидали 600. Практически в два раза? Дождите, давайте посчитаем. 10. Да точно больше. Ты, не, просто посчитать сколько. 10 500 плюс 300. 10 800 с копейками получается. 10 850 где-то. Да, да.